когда я закончила тренироваться, что я вернулась в свой родной город, поступила в институт, начала жить своей нормальной жизнью, как все люди. Вот. Встретила своего бывшего мужа, вышла замуж. Ну и в процессе этого всего, потом у меня родители начали, один умер, потом второй. После того, как умер второй родитель, то есть отец, у меня родился сын, и как я сейчас живу и существую ради него. Да, новая система по душой, мне тоже не по душе, потому что тоже я ощущаю прозрачность и естественность этого всего движения. А новая программа идет, получается, неестественно и как-то машинально, грубо и машинально. Я закончила, потому что получила травму и не смогла, при восстановлении не смогла дальше продолжить, потому что как бы одна была травма, потом восстанавливалась, потом автоматически перезаживала, получила вторую травму, как бы, потому что тяжело было восстановиться и морально, и физически как бы сдалась. Ну, это не мелкие жалеи, но в тот момент я считала, что делала правильно. Сейчас я понимаю, что надо было все-таки упереться и попробовать себя на себя. Еще может быть, потому что система этого Советского Союза, мы должны были всегда выигрывать. If there is one thing you could change about your life, what would it be? Only my parents, if I can come back my parents. I don't want to explain, I don't want to speak before something happened. You live in the moment. Okay. Да, мне надо сама себе такой вопрос задала. Не знаю, ну как-то так получается. За своего сына. Потому что меня, единственный сын меня заставляет идти на все эти жертвы, которые мне жертвы. Я заставляю себя ради сына. Потому что кроме меня у него никого нет, поэтому... Ну вот когда я поехала, я тебе рассказывала, да, чемпионат мира, что должна была выступать за бревно, выиграть, а выиграла прыжок. Я поехала на Европу, должна была просто быть запасной, а ты в конце поставил, и я выиграла бревно. Как бы, то есть были такие сюрпризы, что как бы я еду, нет никаких надежд, а потом происходит такое, что все сама в шоке, тренером. Просто молодая была и не совсем опытная. Они поэтому хотели меня поставить и решились. И я не знаю, что я не буду опытная. Шок, как бы, думали, что я бревно выиграю, а получилось.
занимался комбинацией, упражнения не выбирала я, это делал мой тренер. Вот, и как бы наша система не позволяла выбирать, мы делали то, как надо было для нашей страны, для нашего, для победы нашей команды.